Всем привет, с вами PaulTM. Я хочу поделиться с вами крутым лайфхаком, как слушать Apple Music бесплатно на протяжении долгого времени. Apple Music — это стриминговый музыкальный сервис от Apple, с помощью которого люди могут прослушивать миллионы песен, а также открывать для себя новых артистов. Так как Apple Music формирует плейлисты на основе ваших лайков, прослушиваний и так далее. В зависимости от региона, подписка на музыкальный сервис стоит в районе $6. И здесь срабатывает этот маленький еврей внутри, который говорит, что 6 баксов в месяц на музыку – это как-то дороговато, даже в 2019 году. Поэтому ты ищешь разные способы, как слушать музыку бесплатно, но при этом получать доступ к Apple музыке. Так что, ребят, ставьте палец вверх, делитесь этим видео с другом, потому что не все знают о таком крутом способе, который будет работать как в России, так и в Украине. Давайте посмотрим на все это. Первое, что необходимо сделать и в России, и в Украине, это оформить подписку бесплатную от самой Apple. Если перейти в приложение «Музыка», то здесь Apple предоставляет 3 месяца бесплатные пробные подписки на Apple Music. Просто нажимаете «Оформить подписку», и если у вас в аккаунте Apple ID нет информации о платежной карте, вбиваете эту информацию. Не переживайте, деньги списываться не будут, то есть 3 месяца вы будете слушать музыку бесплатно. Но просто сделайте себе напоминание, что, например, через 3 месяца в последний два дня нужно зайти в настройки Apple ID и отменить данную подписку, чтобы Apple не списала ваши деньги уже за 4 месяц. То есть так вы сможете пропользоваться Apple Music 3 месяца бесплатно. Господи, сейчас прослушал, что записал, и слово «пропользоваться» — это просто шедевр. Ну, да ладно. Теперь, ребят, когда у вас закончится этот пробный период, вам необходимо сделать следующее. Для жителей России у вас должна быть карточка МТС. Именно этот оператор предоставляет 6 месяцев бесплатного пользования Apple Music совершенно бесплатно. 6 месяцев, Карл, бесплатно! Подключается услуга с помощью команды «#3#решетка» или в мобильном приложении «Мой МТС» или в личном кабинете на сайте МТС. После подключения услуги вы получите SMS с ссылкой, по которой необходимо перейти для авторизации и также прохождения процедуры привязки Apple ID в открывшемся приложении Apple Music. После этого у вас будет 6 месяцев бесплатного доступа к Apple Music. Итого, житель России сможет пользоваться Apple Music бесплатно на протяжении 9 месяцев. То есть это реальный лайфхак, который работает до сих пор и будет работать еще неизвестно сколько времени. Поэтому начинайте уже сейчас. А мы переносимся в Украину. Здесь точно так же вы должны оформить бесплатную пробную подписку на 3 месяца от Apple. И потом, просто когда 3 месяца будут истекать, отменить подписку, чтобы деньги не списались. И дальше вам нужен PrivatBank. В новой версии приложения Privat24, это программа банка, имеется напоминание. Apple Music на 3 месяца за 50 центов и 50 гривен кэшбэка. Ну как бы не 6 месяцев, а 3, и нужно еще 50 центов платить, но, ребят, это реально крутое приложение, практически бесплатно у вас будет доступ на 3 месяца. Поэтому вам нужно или зайти в меню и здесь выбрать Apple Music, или нажать на всплывающее окно от PrivatBank'а. Дальше вас перекидывают в Apple Music, где необходимо просто нажать на «Отримати 3 месяца за USD 49» и оплатить эти самые 50 центов, что в пересчете где-то 13 гривен. Итого, житель Украины смог 6 месяцев пользоваться Apple Music практически бесплатно за 50 центов, еще и 50 гривен получил кэшбэком. Так что, ребят, вот такие вот способы, как в Украине и в России сэкономить на подписке. Все, опять же, полезные ссылки, вся информация в описании к видео. Если что-то непонятно, пишите ваши комментарии, оценивайте видео пальцем вверх за реально крутой контент. Ну, не забудьте подписаться на канал. Пока.